Привет, меня зовут Лейли. Я студентка в университете Гринвич. Я расскажу тебе, почему важно пройти тест на COVID-19. Теперь, когда мы можем вернуться в университет, нужно убедиться, что мы остаемся в безопасности и останавливаем распространение вируса. Один из способов сделать это – проходить регулярное тестирование на COVID. Тесты очень просты в использовании, и ты получишь результат в течение полчаса. Если твой результат отрицательный, значит, твоя работа сделана, и ты можешь идти на учебу, как обычно. Если результат теста положительный, тебе необходимо оставаться дома и изолироваться. Мы должны регулярно проводить тесты, потому что люди не всегда знают, есть ли у них вирус. Не у всех проявляются симптомы, поэтому люди могут распространить вирус, не зная об этом. Если ты не прошел тестирование, но у тебя есть вирус, и ты на учебе, ты можешь заразить ковидом других. Тестирование поможет обезопасить твоих друзей и всех остальных. В университете 2 раза в неделю будут выдаваться тесты, которые ты сможешь сделать дома. Никто не будет принужден к прохождению теста, но речь идет о безопасности каждого. Самым важным является то, что твои родители и опекуны дали согласие на прохождение тобой теста. Чем больше нас примет участие в тестировании, тем в большей степени мы сможем обезопасить всех, а это значит, те важные даты выхода из локдауна могут быть соблюдены. Это не просто забота о себе, это забота о своих друзьях, семье, учителях, а также о том, чтобы не допустить распространения вируса.